На Білсаті новини, коротко про головне, розповіду я, Юлія Лобанова. Вітаю. Новые обмежования для белорусов на мяжи. Державный помежный комитет поведомил, что польский бок от 3-й годины раницы перестал пропускать грузовый транспорт. Ранее Польша спынила пропуск авто с белорусской регистрацией, коли у салоне нема уласника. После принятия нового пакета санкций у соседней страны Евразвязу поступово уводят додатковые обмежевания у дочинений белорусов. С 4 липня, например, физичным особам забронили увоз у Польщу широкого ассортименту товаров. Белорусский расследовательский центр поведомляет про отхиление нервуса Рудайтиса от посады керовника Литовского центра выдачи особистых документов. Нагоду называют ранейшее расследование БРЦ о пашпорте Новой Беларуси. Расследование высветлило, что литовская фирма, якая працует над проектом пашпорта Новой Беларуси, а так само друкует пашпорты для громадян у Литвы, мая сувязи с гаманцом Лукашенки Виктором Шауцовым. Теперь проверение удочинения фирмы ведут одночасово служба расследования финансовых злочинств и департамент державной безопасности Литвы. Вы поведомляя БРЦ. Выником может быть аннулирование контракта фирмы с литовским МУС. Проектирование российско-белорусского легкомоторного самолета «Асфей» началось. Про это на встрече с губернатором Свердловской области России заявил белорусский премьер Роман Галоученко. Как вы помните, эта тема, можно сказать, родилась фактически с колес в ходе нашего посещения, моего посещения Уральского завода гражданской авиации. И вот буквально в месяц назад уже подписан договор между УСГОЙ и белорусским, белорусской организацией на проектирование самолета. Выдано техническое задание, и специалисты уже приступили к выполнению соответствующей работы. От момента подписания помеж Россией и Беларусью первой домовы на проектирование и вытворчесть легкомоторных самолетов прошел год. Ведомо, что 19 мясцовые «Асвей» будут собирать на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах. У программе развития авиагалины России позначено, что до 2030 года компании-перевозники мают отримать 158 самолетов белорусско-российской вытворчести. Украина отримает 5 додатковых систем супротиповетрной обороны от США и союзников. Про это на саммите НАТО в Вашингтоне заявил американский президент Джо Байден. Подробности Белый дом опубликовал у супольной с лидерами краин-союзниц заяве. Поводле документа у якости стратегичных систем СПА Киев отримает 4 додатковые зенитно-ракетные комплексы Патриот от США, Немеччины и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов до других партнеров, а так само одну систему СЕМПТИ от Италии. До того ж, десятки додатковых тактичных систем супротиповетерной обороны заходние союзники мають передать Украине тягом наступных месяцев. Говорка про НЕСАМС, ГОК, АРСТ, СЛС и ГЕПАРД. Больше за 1 миллиард долларов Киеву вылучат на подтримание супротиповетерной обороны. У Киеве скончили выратовальные працы на месте разбуранного подъезда жилого 5-поверхового дома. С подзавала достали живыми 11 особ. Личба ж загинулых повеличилась до 34 особ, у их лику 5 детей. Россия нанесла комбинованный ракетный удар по Киеве 8 липня. Одна из ракет утрапила у дитячую онкологичную больницу, пошкодила жилый дом и медичный центр. Агулом потерпела 121 особа. Белорус, який кинул королевский палац Осло, коктейль Молотова, мае инвалидность. Мужчина расповел, что не хотел нанести шкоды, идею от отчаю. Адвокат белоруса каже, что мужчина не отримал у Европе належной допомоги, на якую мусять различивать як особа с инвалидностью, и своим учинком спробовал притягнуть увагу. Затриманного 57-годового белоруса виноватить у причинении шкоды и заховывания запальных бомбов. И он сопрацовничает со следством. Меру стримания ему мають собрать завтра. 8 липня неведомый, як позднее выявилася наш соячинник, кинул два коктейли Молотова у Королевский палац у Осло. У выніку атаки загорелися двери задней частки замку. У будинку на той момент был один из чальцов норвежской королевской семьи. У Светлогорску дитя засталося живым после падения из окна 9-го поверху. Хлопчика уратовало древо. Вот как здарение описывает соседка, якая стояла перед окном под час несчастного выпадку. Вот обломался. Здесь. Вот он. Вон там сетку я поставила. И малыша я подхватила вот здесь. Не подхватила, а я его подняла. Женщина выбегла на улицу.
акуратна падняла дзіця і выклікала хуткую. Хлопчыку 1 год і 8 месяцаў. У яго зламаная сківіца і моцна выцятая галава. У Менску кіроўца легкавога аўтамабіля памёр проста падчас руху. Як паведаміла сталічная ДАІ, здарэнне адбылося раніцаю на вуліцы Свіслацкай. 62-гадовы кіроўца аўтамабіля маркі Kia Rio урэзаўся ў прыпаркаваную машыну. Паводле папярэдніх звестак, яму зрабілася блага за стырном. Медыкі, якія прыбылі на месца аварыі, канстатавалі смерць мужчыны. Шакавальнае ДТЗ ў горадні. Аўтамабіль Lexus сутыкнуўся з матацыклістам, якога ў выніку даставілі ў больніцу з траўмамі галавы і зламанымі рэбрамі. Аварыя трапіла на камеры відэаназірання. Інцыдэнт адбыўся на скрыжаванні праспекту Касманаўтаў і вуліца Ўліцкая і Пралетарская. Паводле гарадзянскай міліцыі, Lexus пачаў разварот у забароненым месцы і не саступіў дарогі матацыклісту. Небяспечныя сасіскі. У прадукцыі Жлобінскага мясакамбінату выявілі кішачную палачку. Справа здачыцца Гомельскі абласны цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Кантролю не прайшлі сасіскі франкфуртскія найвышэйшага гатунку з мяса птушкі, вырабленыя 5 чэрвеня сёлета. Прадукцыю канфіскавалі. Акрамя таго, згодна са справаздачаю за чэрвень, аналагічнае парушэнне гігіеністы выявілі ў печыве клубнічнае маркі «Рускі бісквіт». Незвычайная прычына пажару ў Магілёве. У кватэры ў шматпавярховіку з вокнаў паваліў дым. Там загарэўся самагонны апарат. Прыбылыя на месца ратаўнікі патушылі полымя і знайшлі ў кватэры 19-гадовага хлопца. Той патлумачыў, што ягоны бацька сышоў на працу, пакінуўшы на пляце самагонны апарат. Неўзабаве хлопец адчуў пах дыму. Ён спрабаваў патушыць агонь самастойна, але не даў рады. Кватэра моцна пацярпела. Рэжысёр Мікалай Халезін расказаў пра спектакль пад назваю «КС-6 Small Forward» з удзелам зоркі беларускага баскетболу, удзельніцы алімпійскіх гульняў Кацярыны Снытінай. Плануецца, што пастаноўку пакажуць у Нью-Йорку ў верасні і кастрычніку. Спектакль заснаваны на асабістай гісторыі спартоўкі, якая вымушана пакінула Беларусь. Ён адаптаваны для сцэны ў версіі сузаснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру Мікалая Халезіна і Наталі Каляды. Іспанскія заўзятары святкуюць. Іхныя улюбёнцы выйшлі ў фінал чэмпіянату Еўропы па футболе. Напярэдадні Ля Фурія Роха здабыла перамогу над Францыяй з лікам 2-1. У другім паўфінале сёння ўвечары сустрэнуцца футбалісты Англіі ды Нідэрландаў. Фаварыты гульні – брытанцы. Урэшце, што ўразіла, дык гэта тое, што гульцы дасягнулі вынікаў і знайшлі спосаб перамагчы. Выйшлі ў плэй-оф і, вядома, ў чвэрцьфінал. Я думаю, вы пабачылі найлепшую версію нас з мячом, больш разняволеную. Цяпер надышоў той момант на турніры, калі важна, што магчыма, што дасягальна, а не тое, што нешта можа пайсці не так. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце а 20-й аб'ектыве. Да сустрэчы на Белсаце.